Орландо Блум ищет жену. Дает объявление в соцсетях. Фотографии и подпись. Ты, я, пляж и ланч. Добавляет видео. Я все еще жду тебя. Эй, эй, извините! Мне нужна ваша помощь! За последние месяцы он успел сходить на свидание с официанткой Вивьен Росс, актрисой Ниной Добрев и грузинской пианисткой Хатией Бунятишвили. Орландо входит в клуб любителей девушек, который в 90-х основал его друг Леонардо Ди Каприо. Во главе с Ди Каприо завидные холостяки веселятся на закрытых вечеринках. А чтобы прийти в форму, Блум катается на велосипеде в компании верного пса. Благодаря фотографиям папарацци, пес породы Кавапу стал знаменитостью. Это помесь пуделя и спаниеля. Щенки благодаря Орландо уже подорожали. Весь прошлый год Блум отказывался от ролей, потому что в первую очередь он заботливый отец. Проводит время с 6-летним сыном Флином. Его мама и бывшая жена Орландо, Миранда Кер, снова вышла замуж и беременна. А маленькому мальчику не нравятся такие перемены. Эту утрату мы восполним ураганом любви. Но новогодние каникулы Орландо провел не с сыном, а с Кэти Перри. Неожиданно, они же расстались год назад. За это время никого лучше бывший именинник так и не нашел. Но объявление о поисках жены Орландо не удалил. Завтра Орландо Блуму, который еще не знает, чего же он хочет, исполняется 41 год.